В период пандемии коронавируса члены некоммерческой организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» ведут активную благотворительную и волонтерскую деятельность. В преддверии Нового года ветераны, у которых нет возможности купить и принести домой праздничную елку, обратились к сообществу за помощью. Было принято решение приобрести и доставить пожилым людям новогодние ели, а также подарки, фрукты и сладости. «Теперь у меня появилось ощущение настоящего праздника», – призналась одна из подопечных. «Верю, что Новый год будет для всех нас счастливым и успешным».